Опа, на, тихо. Я шлевнул с рейда, там кому-то перекинул сериал, да? Они уже мне отдали. Так, лут ставлю на себя. Не слышишь, Вась? Давай ты будешь раздавать лут, а то он не лень. Так, все, я поел, давай чек на готовность. Серсей, ты здесь? Бел... О, Серсей тут. Мак, ты тут? Ну, тогда без него начнем, не будем. Добро пожаловать. А, БДК, ты будешь танчить первым, напомню, не удадите. Потом протопал ты забираешь после трех стаков. Я кину на попало длань. Длань защиты, и потом с тебя заберу. После двух стаков. Дальше слизняки. БДК мы будем с тобой танчить правого слизняка, попал ты левого. Сакра по моей команде. Гимн на ХП, Этона тоже по моей команде. Скажу гимн на ХП, отдаешь гимн на ХП. Кинь то во вторую пати ШП. А, сейчас. Пятую можно тоже, если там в четвертый два ШП. Я видел и более достойных соперников. А, нехай сами себя хилят. Ты напрасно тратишь наше время. По хилам не помещают, кстати, ШПшка. Ну, ладно. После того, как добьем, я так уж будет дело. А в лужах не стоит, сейчас лужа скоро появится. Прожимая кровь свою. В лужах не стоим. Раз. Полипал, лужа не стой. Забирай, попал. Прожимайся и забирай. О, отдаю ему боб. Так, сейчас заберу. Ой, не, забыл Райда не стыкучить. Пильте меня. Сова, ты можешь сейчас залить Ершами ману. Потом не заливать. Бейте Сноубльда, Сноубльда забрал. Мелизона сбегите Сноубльдами. Видите их? БДК готовься ловить босса, это вот который идет, это он есть. Давай, Неслак. Оп. Все. Стой на месте, пока никуда не иди. Стой, 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 не бойся. Молодец. Я тебе скажу, когда уводить. Ты там побольше ЛП, ханты вы напуливаете. И ЕР дайте, пожалуйста, я забыл. Все, веди, веди. Молодец. Понечку. Панцирь только не прожимай. Все, я тебя забираю. Иди в РДД зону, молодец. Снимай с них добавку. Этона, давай. Еще там пробегись. Там на хулипали, на хиле еще. О. Сойдет. Мой брат на пожилом поводине очень негодует, что его плохо сыграл. А, палка. А, ты можешь прожать бабл. Хочешь. Ну, либо стой тогда. Бейте. А, уводи попал от лужи. Там лужа. Уводи, уводи. БДК, лови босса и держи его у края. Центр не надо водить. Этона, давай гимн на ману. Пилов уже мана садит. Можешь ставить тотем на ману, шаман. Тут я гимна на ману не вижу, походу на Нью-Йорк. Серсея, дай гимн на ману. Он был гимн. Значит, у меня он не отобразился. Странно. Ладно, бьем. Вот, не забывай, ты будешь лут раздавать. У нас еще никто не упал, есть шанс сделать ДБ. Дорогу не сделаем. Сейчас отдам сакру. О, на меня. Пойдет. О, я убежал.
Не надо его в центр вести. Давай сакропал. Опять на меня. Так, кого там? А, ШП. Поднимите его потом. Вот вам АДБ. Раздавай лут, поднимайте ШП, дадите ему фулбафы. Так, держи. А, Войт, раздавай лут. А, давай так даже. Я тогда запускаю. А, вертопал, если у тебя есть ДД спек, ты можешь спекнуться в ДД. На тебе еще ассиста, будешь на себе метку ставить. Пока не видишь, где ты находишься. Выкройку ролим. Благодарю, верховный лорд. Маги, вы диспелите стаки. Появляется вулкан. Маги, сначала забирайте стаки. Потом уже переключаясь в вулкан. А, БДК, тебе объясняю, что делать. А, усиление иронического оружия ты не прожимаешь, оставляешь его на вулкан. На тебя там ханты роги на пулет, что тебе там ЛП, первотот ЛП будет достаточно. Вулкан появляется, прожимаешь усиление иронического оружия, вызываешь бомжей и все. И дальше, дальше. Ничего сложного нет. Можешь шарнуть. Я думаю, они захотят взять квест. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя собака! Я понял, нас наебали. Вот я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое... Предложите квест, пожалуйста. Там огненный леофан. А, ясно. Зеленый, готовимся, выбегая, скоро врата будут. Красную метку захиливаем. Врата заливаем. Живенькую врата заливаем, мильки. Я все вижу. Шмельки, перечайся, то на хилим. Про тебе эти активные. Палка, бабу прожимай. Либо беги. И форс беги. Меня хильте делался. Так, баш, выбегай, баш, выбегай. Молодец. Армагеддона хилим. Сейчас готовимся, сейчас вулкан скоро появится. Можешь вызывать уже бомжей. Блять, он там появился, да. Бейте все вулкан. Вулкан бьем. Гимн на хп Айтон отдай, если не на КД. Лилия, можешь тоже давать гимн на хп. Давай, давай, давай. Я сакру отдал. Бейте бомжей. Бомжей обязательно нужно сидеть. Я там случайно босса забрал. А, забери, пожалуйста. Секьюрити хитти шмана. Что добивать уже как? Гильдаль, беги.
А, сейчас у нас пойдет. Не повезло, 6К. Долоран сразу беги. Саул, хильте. Саул, хильте, хильте его. На нем до сих пор нет, молодцы. Забирай там утецкий. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Так, все, я запускаю. Че внимательно слово. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную... Войт, отходи. Ну, я уже запустил. ...на честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Ну и что? Ну и передайте, хорошо, кто больше выбросит. Какие так. Проблемы у вас? Вы гильдия или не гильдия? Сражайтесь во славу Альянса Героев. А кто помнит, сколько был? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, передайтесь, если неправильно. Тогда чек. Ладно, давай чек на готовность. Или что, мы получили шмотку и крысим сразу, что ли? Мы же не такие. Ну, все готово. А, Ягер, твой друид, метку ставить не буду, сам найдешь. Так, Шакул, забирай БДК, твой Шакул, я забираю паладина. Так, тут у нас еще миник БДК. Есть у кого еще танк спек? А, Вартепал ты полмесяца забираешь. Герцогиня. А, не. Ты лучше оставайся. Есть еще у кого? У нас Тайрпала не будет. Ты забираешь полмесяца. У нас только один Эрпал рейдит. Хотя, спекайся, Этона будешь бить взрывом разума. Спекайся, попало. Ты тогда будешь герцогиня забирать крестик. Надеюсь, все услышали, кто кого забирает. Ну-ка, давайте качим. Да, для танков. Ну, танки меня поняли. Так, кого мы бьем? Сейчас танки будут метки спадать, так что вы их запоминайте. Первым будем бить звезду. Потом дальше у нас пойдет хант. Сейчас его только найду. Он по-любому должен быть. Убьем потом кружочек. Потом будем заливать. Давайте мага сольем. Треугольник. Звезда, кружочек, треугольник. По диспелам. А. Давай, Лилия, ты подиспелишь массово. Ну, Серсей, давай ты точечно подиспелишь. Ну. Так, мы все готовы. Сейчас идут только танки. Вы туда вообще не бегите. Стойте на месте, куда вы уже побежали. Танки давайте на позицию. Побежали, вы сейчас стоите. Потому что они еще должны до нас добежать. А Шакула, если что, это мой. Какой. Ладно, забирай двоих. Стреляет поленом. Так, вот ты там еще что, команда, потому что меня отсюда не видно. Гаева диспель, тебе точечно сказали. Серсея, диспель точечно. Я хуй знает, нихуя не вижу тоже. Тиры кидайте там тоже по КД. Замораживайте. Кружок, если застрелял. Да, бейте ханта. Показывайте его. Где этот пожилой хан? Вот он там шли. Притянули, бейте. Смотри, завихрю самого этого. Он диспельте там его. Диспельте хоты. Сука, два раза. А, Серсея, ты диспельте там будешь? Или ты там музон включил, и ты меня не слышал? Серсея, вон сколько престов. Диспельте, блядь. Лилия, давай ты. Сука, диспельте, блядь. Это как метку в резке себе диспельте. Можно массово это со всех диспельте. Можно точечно с моба, которого бьют. Бейте там шамана, там, по-моему, шаман к вам подошел, да, бейте его.
Там глыба отразил кому-то. Бьем. Там шакул мой побежал. Бля, сейчас я шакул заберу. Молодец, Губика. Мне помог. Пожилой, блядь. Отойди раньше от ногу. Да вот бить-то хуй пойму. Звезду бейте, я же сказал, там шакул возле, вот бейте его. Потому что маг сидел на нас. Кинул вихрь пожилому магу, блядь. Ну, кидай. Я ловцу девочки на ногу. Хота диспейте, на нём 3 хоты висят. Смотри, ещё захуярил. Блять, надо идти стан делать. Давайте эфир этих пидоров. Вот анар какой-то бегает. Ангар, блядь. Бейте треугольник потом. А нет, треугольник бить не надо, он возле нас, бейте друида. Друида хила, бейте. Точнее. Вот, звезда, оказывается. Выход. Смотри, еще выход по пожилому приспел, блядь. На секунду, смотри, так. Сбил каст. Моногернить хотел. Чё ты? Фир диспельте. Макс, смотри, тусуется этот треугольник. На, вихрь, на. Потом мага убивайте. А хотя маг на нас сидит. Давайте на приста. Сейчас у него потом приста убивайте. Сейчас на него метку тоже поставлю, кружочек. Вот, бейте его. Весь этот, ну, весь этот босс, все эти чемпионы, не тащатся только друидами. Вихрями, охуенно. Контроль, все тут в контроле дело. Корни. Бейте потом треугольник. А, треугольник желательно притяните. Сейчас у него выход. Чтобы он не кастовал пожилые свои способности. Ну, можно Бельнору вот этому дать выход. Смотри, не фейси. Можете начинать с паладина. Как я сяду? Сука. Какая дерзость. Магия, лучше подальше отходите. Чё, нашёл, да, он овцу? Кастанул овцу, блин. А я верт. Ну, фера не обязательно, ну ладно. Это как в PvP. Друид-кот бьется с варом, выходит из формы, вар дает стан и убивает тот за стан луксик. Бабл диспельте. Бабл диспел. Эфир дис. А, ну это эфир вара. Его не диспелишь. Да тут уже попа можно, блядь. Танцевать. Можно выйти из формы. Попрыгать. Подойти к Тирию. Дать ему выход. Добивайте шакула. Ты к Роге иди подойди. Смелый такой. Давай. Подхожу, ебать. Можете 2х подводить. Смотри, как мой выход дал. Он ничего не может. Нам уже не обязательно. Суис. Бейте их. Внутри не пасть. Блять. Тебе повезло, что я на спам был. Пожилой робот. Ну чё, хабы, это по системе уже. Как ты это спалил? В смысле хабовость? Ну, у нас что случилось? В гильдии. Ты не в гильдии, что ли? Пал нет, у меня своя в гильдии. Ну, кто первый упадет? Полумесяц или крестик? Делаем ставки, пока не поздно. Оба упали одновременно, офигеть. Ахаха. Подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Короче, сейчас выбор пойдет. 100%. Нас ждет битва с королем Личом. А, спекайтесь там назад свои ТД. Будьте пожилой трофей.
А, Сарсай, ты тут? Пожилой ягерь. Все тут. Чем могу быть полезен? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие вальдиры. Так, сейчас я запущу. А, он запущен. Берите все темное, я возьму светлое. Ягерь, СС на всякий случай на меня. Мало ли я сейчас отвалю. Ничего не нет. Уже поздно. Я тебе просто на чемпионок поставил на диспел, и ты не диспелила. Так, последний чек. Моя бить. Так. Катапульта, ШП. Ну, интересно, тикают ход, ебаный стыд. Ладно, не будем ждать. ПДК, побежали со мной. Давай, беги-беги. Во имя темного повелителя. Ты вертопал, хочешь с нами со мной потанешь? Ну давай. Вы умрете. Забирай БДК там. Идти хорошо. По поводу смены цвета я скажу. Дека хитить. Бьем вальку дальше. Сказал мне. Меня хилить. Ты, мне кажется, надо было все-таки на этого кинуть. Ну ладно, у нас три танка здесь, так что нормально. Если бы ДК упадет, попал, заберешь его. И цвет поменять потом только не забыл. Идите меня. Зубы не надо было, я уже дал свой. А менять цвет, цвет меняем, бьем нашу вальку. Ой, мою вальку. Я знаю, вы успеете. Отдам даже сака, учись. О, да, дайте гимн на хп, Этона, пожалуйста, дай гимн на хп. Бал траш стола, поднимай Вайда. У нас хил. Торсей, давай ты тоже гимн на хп. Сейчас скоро еще одна спецспособность. На, блин. Меняйте. Хотя, можете бить. Менять. И вы что, не успеете, что ли? Да ну нафиг. Вы издеваетесь. Че, выбор упал? Ну, значит, я напиздел. Я запускаю дальше. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Хорошая. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Где ты там, Питер Гейс?
будешь принадлежать мне, Фордринг. Шею этому магу отдал. Пускай у него будет. Давай. А, Протопал, давай ты будешь и смотри в сторону босса слева танчить. А, БДК. Думаю, ты знаешь. Вот звезда, а тебе кидай свой ЛП и поворачивай. Все, герой, скажи. Кулаки обновляйте там. Я не уверен в ДПС. Будет ли там 8 мобов у вас, но пристов много, я бы тут про контролем раздал. Слева 2 поста, справа 2 поста. Ну, давайте тогда сделаем так. Вторая фаза пойдет. Я намазал первого пуш. Так. Терцея, ты смотри в сторону босса справа. Кидаешь шакову нежити ближнему мобу. Этона, ты дальнему мобу справа будешь пушить. Герцогиня, тебе ж не впадло кинуть покаяние. Ну тогда кинешь ближнему мобу покаяние. А Лилия кинешь дальнему мобу покаяние. Ой, покаяние оковы. Но это на второй фазе. На первую не надо ничего кидать. Если смотреть в сторону босса слева. И возьмете их запоминание цели, чтобы потом обновить. И сова еще звездопад на вторую не давай. Хорошо, я могу тебе кинуть какой-то тарел на трэш. Все, все готовы. ДК, начинай. Это место станет вашей могилой. Как босс закопается, гимн на ману споет Лилия. Первую пачку мы сливаем обязательно. Давай, пошли, попал. Беги, не стесняйся. Ты мне особо не кусает. Эту пачку нужно слить обязательно. Сливаем. Давай, паладин, ты отдашь первый судник небес. Давай, попал, молодец. Я, кстати, забыл тебе сальву дать какую-то. Я вижу. Я негодяй, да? Все, вторую пачку можно не уешать, можно спокойно бить босса. Босс и так закопается, мы успеем его залить. Интересно, если вы танчите. Можно и в одного. Джерри он в одного танчил. Надо хилану на штуки 3. Да, можно, кстати, 3 кила. Тут один друид может спокойно соларей держать. Ну, типа, чтобы без закапывания 25 кипели. Нет, не успеем все равно. Если только рейд будет там почти без соло. А, Армагеддон. Так, ну, мол, появится, потом мы их зальем. Лилия, давай там гимн на ману. Вот мобы появились, давайте их сольем. Он один. Единственный. Так, дальше. Пачку заливаем, первую пачку. А следующую пачку уже будете контролить. Не появится. Кто из корабей? Пожилые. Надо было тогда все-таки одного танка идти. Это что, какое-то слово смешное, пожилое, что вы так ржете все? Пожилое на барак вылазит, смотри. Что, я пожилой? Да. Так, первую пачку, ой, это последняя пачка, мы ее заливаем, все, дальше будете кидать свой контроль, так что на позиции, если вы там станете. Там было легче кинуть. Давайте эту пачку мы сольем. Попробуем. Сильнее. Да, сильнее.
добивайте. Все, дальше контроллер скидывайте. Пока бейте босса. Крит хилим. Все нормально. А, пока я негде. Пол забирай. Кильте танка на пол. Полипало что-то сильно. Я его, ладно, заберу. Бля, почему? Вышел Старфол отдали. Наверное. Кильте, кильте. Поднимите эрдру, наверное. А то пизда вам. Да, поднимай, поднимай, сова, поднимай. Ты накосячил, ты и поднимай. У него когда еще? Гимн на хп Этона, дай гимн на хп Этона, дай гимн на хп Этона, дай. Этона и гимн на хп отдай. Блять, рейд на сопля, давайте там 500 тонн осталось. Ой, блять, теневой надо сбить. Фух, повезло. Не сорвали мобов, хуй знает, какую-то хуйню зауешили, блядь. Так, все. Я раздавай там лутецкий, я сейчас зайду на ЕП. Плачу полно там. Первые 5 паролов. Только один из фриз. Мушека Болдраш. Еще 2 человека, ники мне скажете. А, блять, тут же не трофеи падают. А чё, блять? А, тут эта хуйня падает. Токены. Токены. Кстати, я там забыл Рэла Крит. По-моему, он там на воде должен быть по-любому, так как я дал ассиста ему. У меня такой ассист. На заразе Рэл нормально все. Да, повезло. Вообще надо кому-то на танка? Демонайзер? Кто там? Рольте токен. Завоеватель. Защитник рольте. Два пожилых покорителя рольте. Три кнопка. Интересно, ну какой это? Чё там? Кто-то плюсует на ИП, не? Да, там Этона. А, на хила тут козырь только на лока заходит. Больше никто не писал. Не могу пригласить члена другой. Ты глупый, чё ты плюсуешь? Чё, все зашли? Алло. А, плюсуйте в гильдейский чат, потому что я как бы не в рейде нахожусь. Чё, все зашли? Не, подожди, тут кто-то мне писанул Хирошита, надо ему пати дать. Так я выбирал ему пати. А, так, ну, у нас было 4 человека с чата, значит, да, все. Будешь начислять или со мной? О, все, да, не буду. Ну все, туда все, спокойной ночи. И я спать тоже не пойду.